українському роду! Геть Борис! Геть Борис! Геть Борис! Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! И мы выступаем за то, чтобы власть перестала творить это беззаконие, не только с Саакашвили, а с нами со всеми украинцами, со всей Украиной. Они уже нас довели до ручки. На Украина! В первую очередь мы хотим не повторить ошибки предыдущего Майдана, то есть не только смена там, головы, да, лица, которая у власти, а и смена системы, смена законодательства. Украина! Что ты тоже сможешь сделать реформы. Надо обязательно дать ему знать, что политика – это не бизнес. Люди – это не товар. Все пять людей, которых Порошенко кинул в тюрьму, это… Сейчас, конечно, трудно, когда Михаила нет. Но вы помните его слова? Когда они меня поймут, обязательно продолжайте, потому что Украина хочет перемен. Украина должен стать лучшей страной.